3-4 потерпевших от телефонных мошенников ежедневно. Такова статистика по Северодонецку. О трех способах отъема денег у доверчивых граждан, который раз напоминают правоохранители. Преступники звонят под предлогом приобретения товаров через интернет. Пытаются узнать номер карточки, анкетные данные отправителя и таким образом завладевают денежными средствами. Также существует еще один способ, когда звонят под предлогом сотрудников полиции и говорят, что ваши родственники задержаны за совершение какого-либо преступления и требуют в виде взятки перевести денежные средства на какой-либо указанный ими счет. Также есть третий, последний способ, буквально вот несколько недель распространен, когда звонят под видом представителя службы безопасности банка и сообщают, что в связи с проведением АТО будут блокироваться карточные счета всех жителей, проживающих в регионе, и требуют сообщить, опять же, номер карточки, пароль, анкетные данные свои. Чаще всего злоумышленники находятся на территории неподконтрольной Украины. Наказать их трудно, но обезопасить наших граждан можно. О попытках мошенников вас обокрасть правоохранители советуют немедленно позвонить по телефону 102.